заново, несложно привыкнуть. А кто-то пробежал или мне показалось? Вот тут только что пробегал кто-то или мне приглючило чат? Что за бокс? В смысле, а у вас под стримом такой квадратная коробочка такая нарисована? Пробегал? Серьезно, да? Мутант, мне хана. До свидания, чат. Их еще двое. У тебя голову ты не хочешь залечить? Господи, ЧВК, блин. В первую очередь полечить ручку, ножку. Голова, в принципе-то, не нужна же. В смысле, а? СНБ в голову, друг. Какие еще а? Но. Ты мыша.
Чего? Как у меня пустая, блядь, СВД? Ты чё, блядь? Как ты пустая-то оказалась? Хиль давай, хиль, блин. Так, дайте-ка мне патроны, блин. Так, а он тут своего друга не собрал, что ли? Просто... Может, он жетон с него снял, типа? Вот тут у него где-то друг был. А, нет, собрал. Но он его, походу, в кусты там выкинул. Спрятал, смотри. А, я говорю, Меченко, видите, у них даже этот с собой кейс. Так, что патроны? Патроны херня. Кейс мы забираем. Но он даже жетоны не собирал с них, если чё. Топовые патроны, кстати, у типа. Так. Поддержать чисто просмотрами меня. Можете смотреть ролики не на Ютубе, а на Яндекс.Дзене, короче. Там подрубили мне монетизацию, и мне сейчас начали рубли капать за просмотры, наконец-то, с роликов на Яндекс.Дзене. То есть с Ютуба я вообще ничего не имею. Ни копеечки. А вот если будете смотреть на Яндекс.Дзен... Там будет капать. Если кому-то из вас как бы нет разницы, где смотреть, я бы вас попросил смотреть там именно. Ох, вот такая СВД чатик. Шестеро. Шестеро и один сбежал. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.